такий самобутній, такий надзвичайний. Ви знаєте, я сподіваюся, що вона не дуже засмутилася, тому що і для 55-літніх, і для 5-річних фанаток він співатиме ще довго і довго. Це справжній Яман! Стас Фонкі! У нас на очівці шоу «Голос України». Голосніч, давайте! Ой, я вас умоляю, що... Чуть попозже хочу сказать Одесса, с днем рождения, во-первых. Спасибо проекту «Голос країни» за то, что выпустили меня, а я в свою очередь выпустил джина из бутылки, и теперь знают все, что такое регги. Yeah, you know? Yeah. No woman, no cry. And I got my man driving.
мальчики, не обижайте девчоночек, а не надо их слез, а? Ваши слезы – это для нас душевные и сердечные раны. Ай! And the first one love. Вот как ты помогаешь.
наверное, бы я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос, как бы без тебя бы не уметь, не любить и так, как. Вот где ответ, он как бы поможет мне болен, на раму как ссоры, сука, любовь. Рама джага-джага, сука, любовь, рама джага-джага. Мне кажется, что удалось, потому что бабушки ко мне в маршруточке подходят такие. Косичком! Я главный Стасик Регги! Стасик Регги! Стасик Регунька! Спой мне Регги! Спасибо тебе, Стас! Ой, и дальше Регги, радуй нас, пожалуйста! One love, one cut, one blessing, you know! Remember this man! Я Стас Кулкин! Друзі, якщо в Crystal Hall ви зараз бачите когось схожого на Таню Колеснікову, чи можливо когось схожого на Сергія Юрченка, чи на Марісу Буржин? Мене накуріло, йоба! Сьогодні на нашій вечірці в Crystal Hall.